Здравствуйте, дорогие мои друзья! Позвольте мне сегодня поделиться с вами одним замечательным текстом, который мы находим в Священном Писании. «Я знал тебя еще до того, как сотворил в чреве матери. Еще до твоего рождения я освятил тебя и предназначил быть пророком для народов». Вы когда-нибудь задумывались о том, какой была ночь, когда вы были зачаты? Явление биологии становится понятным, когда мы говорим о том, что ваш папа и ваша мама воссоединились в одну из ночей, и ваш папа передал 500 миллионов репродуктивных клеток. И все эти 500 миллионов были направлены на то, чтобы искать одну яйцеклетку. Если сегодня ты смотришь это видео, то значит ты один из тех, кто нашел первую яйцеклетку. А 499,9 миллионов пожертвовали собой, чтобы ты стал самим собой. По словам Энтони де Стефано, замечательного автора и доктора, он говорит, 500 миллионов человеческих существ, каждый из которых совершенно отличается от тебя, могли бы родиться на твоем месте, если бы этот единственный сперматозоид не оплодотворил бы ту яйцеклетку. Иными словами, 500 миллионов человеческих существ должны были отказаться от жизни, чтобы родился ты. И далее он продолжает и заканчивает свою мысль, говоря такие слова. Со строго статистической точки зрения, твое присутствие на этой планете – это чудо. В момент обретения жизни ты уже столкнулся с непреодолимыми ситуациями, страданиями, семейными, финансовыми проблемами и всевозможными печальными и неудобными ситуациями. Но важно, чтобы ты понимал следующее. Ты пришел в мир как чемпион. Знаешь почему? Потому что ты был избран. И именно с этой вестью я хочу сегодня обратиться к каждому из вас. В книге Иеремии, той же самой книге, которую мы с вами читали в начале, записаны замечательные слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог избрал тебя и меня еще до нашего рождения. Он предлагает сегодня каждому из нас будущее и надежду. Теперь твоя очередь ответить на этот призыв, ведь ты был избран.